Фейк – это, я бы сказал, это тоже определенное оружие. И иногда, когда вы что-то пытаетесь приукрасить или сделать, но во благо, это работает только в плюс, если эти фейки полезны. Поэтому нам нужно создавать определенную атмосферу. Нам нужно всегда самое драматургическое, что можно только создать. И тут на вас я тоже хотел бы положиться. Хорошо, знаете, но сейчас действительно как-то создался такой вакуум. То есть никто не говорит о военных преступлениях. Ну, я не слышал. То есть все затихло. Была Денисова, которая кричала каждый день о военных преступлениях. Я каждый день, будучи уполномоченным, 2 раза на день, в 10 и в 17, готовила информационную справку о том, что здесь происходит. И вот мне говорят, а можешь написать, что есть тюрьма на Запорожской АЭС? Надо же, чтобы официальные источники это дали. А уполномоченный не хочет давать это, потому что ему не велят. То есть теперь уполномоченный по правам человека пишет только то, что ему скажут в офисе президента. Поэтому мы теперь решили таким образом. Так это меня просит власть, ну, разведка.